селе Сухоругово Ядкульского района ко дню памяти и скорби отреставрировали монумент участникам Великой Отечественной войны благодаря проекту «Огонь Победы». Плиту с именами героев, которые не вернулись домой, приподняли, территорию вокруг выложили брусчаткой. Прошло. Фронтовым вальсом Сухоругова начинают митинг в честь Дня памяти и скорби. Тема войны и сегодня тревожит людей. Война – это страшное событие, которое может произойти в жизни людей. И каждый человек должен бороться, чтобы этого не было. Мощный дуб свалился вдруг. Он падал, издавая вздох тяжелый. Детей внезапно охватил испуг. Прижались к матерям, цепляясь за подолы. И выстрела раздался резкий звук. Памятный митинг проходит на площади возле мемориала участникам Великой Отечественной войны. Монумент отремонтировали в рамках проекта «Огонь Победы». Его уже 5 лет реализует компания «Новатек Челябинск» в партнерстве с медиахолдингом УТВ. Это уже 40-й по счету мемориал, восстановленный с помощью региональной газовой компании. Поначалу здесь была плитка такая, ну, как говорится, простенькая. И теперь, видите, мы, значит, со всех сторон облицевали новой плиточкой. Стелу мы приподняли, отреставрировали. И вот теперь в каком виде возложены веночки. Все это сохраняется. Благодарим компанию «Новатек» вот за эту помощь. Очень приятно. Особую атмосферу мероприятию придало случайное совпадение событий. В этот день вернулся из армии земляк. Вся сухоруковская молодежь колонной прибыла на митинг под флагом ВДВ.